Но игра довольно такая, как бы, получилась жесткая. Соперник очень агрессивно играл там. Ну, ничего, мы терпели, забили свои шайбы и как бы довели до победы игру. Конечно, как бы все на подъеме, на эмоциях, на положительных. Атмосфера хорошая в раздевалке. Хотелось ее посвятить родителям, да и первому тренеру своему. Всем тренерам, которые вообще меня воспитывали, довели до этого, до первой команды. Вот, хотелось всем посвятить этот гол. Вот эта шайба. Ну как, ну забил там на добивании, хорошо. Ну, прочувствовал ситуацию. Шайба отскочила прямо, и со второго добивания только забил. Вот. А так игру я не могу сказать, что хорошо сыграл там. Ошибался несколько раз там. Такие ошибки были детские, и какое-то волнение после ошибок присутствовало, и не мог собраться. Даже когда забил, немножко так себя чувствовал, то что, ну, не уверенно. Да так же будем играть, как бы, ничего нового, я думаю, не будет. Посмотрим игры соперников, там, видео разберем их тактику. Будем готовиться к каждому матчу, как бы. Выходим всегда, играем на победу. Заряжено.